привезли первую машину «Газели». Вот, пацаны, пацаны разгружают. Все, вот так вот, значит, у нас удалось. Удачненько. За лето, кстати. Дим, пусть она будет, чем не будет ее, веришь, нет? Так, сейчас, значит, поедем за второй «Газели» уже машиной, вот. Это должно быть, во-первых, я потом объясню все это. Вот, так что сейчас все это разгрузим, и потом я уже сниму более подробный отчет. Мы приехали, вторая партия приехала, вот наше творение. Значит, мы сегодня сделали работу, план чего. Мы перетаскали, значит, сейчас я покажу. Вот, занесли сюда все длинные доски, да? Вот. Вот сюда вот, и коротыши поместили вот сюда. Ну и, значит, соответственно, все вот эти вот доски, какие были на улице, которые мы привезли вчера, мы перенесли сюда вдвоем с Костиком. Работали с Костиком. Вот, сегодня. Вот, значит, задача какая будет следующая. Значит, я хочу потом приехать, начать делать порог. Вот покажу сейчас этот порог, как вы видите, весь убитый, разбитый. Вот, буду выкладывать порог. Вот, соответственно, ну и приводить порядок вот здесь вот коридор. Вот, потому что состояние было ужасное. Все вот разбито, хоть поштукатурено, но я не знаю, кто вообще делал это. Китайцы какие-то, не китайцы. Вот тут вот чуть вот задели, вот здесь вот все отскочило, отлетело. Вот. Вот так вот все подштукатурено. Так что от одного касания может отвалиться все. Вот углы отпадают уже. Ладно, дело не в этом. По факту надо будет убрать весь этот мусор. Вот. И освободить вот здесь, наверное, трубу, либо заложить ее. И вот здесь убрать все. И хочу заделать вот эту дырочку. Все полностью заштукатурить, чтобы зимой тепло никуда не уходило. Вот. Вот такая вот задача будет в нашем музее, в помещении музея. Вот. И потом в дальнейшем уже будем делать все. Все своими силами, естественно, все за свой счет. Все происходит здесь по нашей инициативе. Так что будем делать, будем работать и уже будем показывать, что получилось и чего мы достигли. По поводу бревен. Да, вот мы доски тогда привезли. Вот. Еще к одному мужчине заехали, купили вот таких самцов. Вот таких самцов. Здоровые. Диаметр у них большой. Вот их будем распускать со временем. Вот. Обошлось это нам все в 5000. Вот. Вот эти вот. Но это по 4,70, то, что нам надо. То есть непосредственно вот он нам продал их. Вот. И еще продал дополнительно. Опа. Сейчас у нас тут маленький склад. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. 6, 7. 7 или 8 штук у нас еще коротышей. Это уже пойдут непосредственно на колонны. Вот. Надо будет все это делать. Вот. Чуть-чуть тут есть две доски обгоревшие. Но в целом вот все это надо будет делать. Я еще привез тут вот балку еще одну отдал. Здоровую. Таких вот балок штук 8 нам надо. Вот, я еще привез сундуки. Да, старинные сундуки. Им уже много лет. Вот. В музей, вот сюда вот. Ну а потом поставим балочки, потолочек сделаем и будем уже обшивать горбылем.